такой, недалеко. Вот так. Смотри на маму. Ну, накормила павлина? Красивый? Смотрите на маму. Давайте павлина поближе. Какой красивый. Мне еще так сидеть. Можно я покормлю? Маша, а ты хочешь кинуть что-нибудь? Да? Сейчас папа тебе даст. Он раздумывает, подходить так близко или нет. Кушай, кушай. Здоровье. Какой красавец. Это, наверное, девочка, павлин, потому что мальчиков хвост большой. Который они постоянно распускают. Да.